Доброе утро! Полет приветствует вас на ферме Рейнбоу в последний день весны. И посмотрите, когда у нас последний день весны, день очень занятой, нам нужно привести в порядок свой огород, организовать место под завтрашние посадки. А духи сегодня очень рады. Но вот зачем нам сегодня радостные духи? Мы все равно, у нас нет времени идти ни в шахту, ни ловить рыбу. Это просто несправедливо. И я заметила, так очень часто бывает. Прогноз погоды даже не смотрю, потому что завтра будет точно солнечный день, как любой первый день сезона. И нас научили готовить омлет. Что ж, отлично, собираем рецепты. И что там у нас? Ох, я даже боюсь сегодняшнего дня. Всегда эти дни очень напряженные. Последний день сезона, первый день сезона, самые напряженные дни. Угу. Папа нам написал. А почему мама нам не пишет? Читал статью про нас в местной газете, да, папа? Ты поражен тем, как быстро продвигаешься на ферме? Спасибо, папочка, я сама удивлена. Продолжай в том же духе, а там твой старенький папенька, глядишь, на пенсию, переедет в роскошное бунгало на земле обетованной. С любовью, папа. Пап, обязательно, вот только дом построю побольше, комнату для тебя и буду тебя ждать с нетерпением. Еще что там? Да, видите, как с Эмили у нас хорошо поднялись отношения, она нам предлагает рецепт салат. Это хорошее тоже блюдо. До меня дошли сведения, что ты помогаешь согражданам. Все очень тебе благодарны. Я присуждаю тебе награду «Лучший сосед за этот месяц». Мэр нам написал и 500 золотых подарил. Это за то, что мы выполнили достижение «Курьер». Сейчас я открою, покажу. Выполнить 10 поручений с доски объявлений. Неужели мы только 10 выполнили, а мне казалось, что намного больше. Хорошо, давайте соберем остатки нашего урожая. Да, как видите, клубнику я совершенно зря поливала. Но теперь проверено. И тут у нас что-то не доросло, пастернак. Что клубника в любом случае дает только 2 урожая. Ну ладно, зато проверили наверняка. Ласкрик, сегодня даже тебя не пою. Знаете что, нам понадобится много дерева, потому что мне нужно будет сделать еще целых 3 пугала. Так, что я хочу из этого оставить? Да вот, наверное, все продам. Цветочки оставлю, а вот это все продам. Да, очень нужны денежки. Так, удочку, наверное, уберу. Нам понадобится коса, чтобы там все почистить. Угу. Пока не до удочки. И нам понадобится... Видите, у нас как мало дерева. Нам придется рубить дерево, потому что... А где у нас все волокно? Потому что не хватит на пугало. Совершенно точно не хватит на пугало. Так, давайте сразу... Да, и камень нам нужен. В больших количествах. Сейчас наделаем дорожки по тому рецепту, который я купила. Прям штук. Вот так вот. Дорожек нам тоже много очень понадобится. И давайте начнем размечать. Не знаю я, насколько вам это интересно будет смотреть. Может быть, вырежу потом. Я хочу вот на этой части грядок не ставить спринклеры, потому что я хочу здесь выращивать дыни. Не ставить спринклеры, чтобы они росли сплошняком, в надежде на то, что вырастет большая дыня. Большая дыня вырастает только если свободно 9 клеток. Ну вот, чтобы был шанс больше, я хочу дыни посадить вот таким образом. А дальше уже буду
так планировать, чтобы оставлять сразу места для... Сразу оставлять места для спринклеров. Так, вот так у нас тут будет дорожка идти. Вот. Вдоль пруда. Угу. Пень надо срубить. Теперь с медным топором мы можем это делать. И траву здесь надо выкосить. Да, и в любом случае надо нарубить деревьев. Нам прям они остро-остро нужны. Как тут сильно все камнями заросло. Откуда здесь только камни? Я же вроде постоянно что-то рублю. Угу. Червячков вижу. Соберем. На ферме редко падает что-нибудь помимо глины. Сейчас пробежимся по ферме, посмотрим, соберем все растения дикие, последние совершенно в этом сезоне, теперь до следующего года. Да, вот видите, я там лук вижу, у нас есть место. Места-то мало. Лучок парей соберем. Давайте продолжим здесь рубить. Действительно, нужно много дерева. Кстати, факелы тоже нужно взять. Они тоже нам понадобятся для организации огорода. Еще, наверное, одно деревце срубим. Кстати... Грибы же я не проверяла, да? Надо грибочки проверить. Все битком практически. Раз уж у нас коса в руках, давайте будем немножечко походя косить. Опять же, вот так оставляя немножечко травы для разрастания. У нас тут... О, дикие семена сейчас очень хорошо, потому что нам... Понадобится много семян. И в начале сезона их всегда хорошо высаживать. Давайте здесь еще пробежимся по границе. И тоже, может быть, какие-то дикие семена выберем. Так, вот здесь срубаем елку. Сейчас посмотрю, сколько сена в силосной башне. 143. Еще не полная. Угу. Давайте немножко разгрузимся, а то сейчас все битком будет. Уберем вот это нам не надо. Пока вот это не нужно. Ну, чуть-чуть нарубили деревца. Немножко, конечно, но все-таки. Так, вот это, наверное, я все продам. Косу пока убираю. Не покрасила сундук. Хочу покрасить его в желтый цвет. Это пока все вот так можно закидывать. Продам. Продам даже просто, чтобы не терять время. Да, и факел я хотела взять. Их понадобится много. Так, давайте продолжим. Вот так это все будет. Так, вот здесь нужно посмотреть, как у нас получится. Вот так, наверное, да, получится. Если я правильно все считаю, я вот сейчас хочу сразу начать намечать. То есть отсюда вот у меня будет по 3 клетки. Здесь я сразу устраиваю место для спринклеров. Так. Так. Угу. Вот, все правильно я рассчитала. Хорошо. И теперь здесь
тоже. Потому что пока мы доживем до иридиевых спринклеров, это все еще очень не скоро. Сейчас еще надо решить, куда ставить. Ого, у нас кончилась энергия, ничего себе. А, мы, наверное, с неполной проснулись. Мы вчера поздно же легли спать. Да, наверное, проснулись не с полной энергией. Ну вот сейчас заодно доедим весь лук, освободим себе место и опять переложим туда морожку. Давай, Полин, доедай. Я думаю, один спринклер сразу можно поставить. И сейчас подумаем, куда нам поставить пугало. Наверное, как-то вот так будут стоять пугало. Вот на этом уровне. Угу, факел отсюда забираю. Правильно, симметрично получается. И нам нужно сделать три пугала. Раз, два, три. Вообще, конечно, Гюнтер дает в наградах пугало, но что-то он до сих пор нам его не дал. Неужели мы еще не наработали на пугало? Наверное, нет. Угу, так, размечаем. Все, а тут уже не получится. Здесь у меня один ряд будет как бы без спринклеров в будущем. И он будет, вернее, я туда поставлю парочку спринклеров, вот этих самых первых, примитивных, которые на 4 клеточки. У меня будут там цветочки расти, вот. Даже, может быть, я размечу место. Ну вот, как-то вот так это получается. Здесь мы поставим пугало. Угу. И сейчас еще факелы разбросаем. И все будет хорошо. Это мне не надо здесь абсолютно. Да, ставим сюда факел. На серединке. Вот так. Ну, как-то вот так. А это можно бросить вот сюда вокруг пруда. Сколько хватит? Сейчас еще сделаем. Да, таких дорожек много понадобится. И тоже сюда факелы бросить, чтобы везде у нас было светло. А то всю весну прожили в темноте. Да? Угу. Сюда. 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 Ну вот, более-менее осветили. Так. Так. Так, время 6:30. Можно сейчас... Видите, у нас с деревом совсем все плохо. Поэтому мы сейчас, наверное... Займемся рубкой дерева. Вот как неплохо наплавили. А можно сделать... Сейчас нарублю дерево и, наверное, сделаю еще бочку для пещеры. Ну, посмотрим. Давайте порубим. Давайте я вот эти два дерева, наверное, срублю. То есть только бы не... Давай вот так вот, чтобы не в воду, пожалуйста. Угу, так лучше. И вот это. Да, и, наверное, я сейчас бочечку сделаю. У меня как раз есть камень, уголь и дерево. Угу. Не бочку, а катку. Опять все путаю. Я вот не помню, а поставила ли я в пещеру с грибами... Сундук. Вполне вероятно, что и нет. Давайте посмотрим. Вот это дерево точно лишнее. Надо срубить. Ой, Ласкрик, прости, сегодня совсем не до тебя. А, я ведь и не собирала еще грибы. Делаю сундук. Мне не хватает древесины. С ума сойти.
Хорошо, сейчас будет. Сейчас еще нарубим. Вот видите, какой день, да? И какие здесь духи хорошие. Обидно, конечно. Вчера был плохой день, мы ходили в шахту. Так, давайте дадим лук, чтобы палет не дошла до полного изнеможения. Да, вчера были плохие духи, мы ходили в шахту. Сегодня духи очень рады, а мы вынуждены весь день заниматься организацией фермы. Делаю это сегодня, потому что вот действительно завтра вообще не будет на это времени. Завтра бы успеть посадить. Все. Угу. Пока есть силы, продолжаем рубить. И сейчас я поставлю катки и сундук в пещеру с грибами. Следующую зарядку мы уже тогда сделаем в пещере с грибами. Я имею в виду зарядку каток. Угу. Так, сундучок организовываем. И ставлю я его. Нет, не надо выходить. Вот сюда. И тут дальше буду расставлять бочки по периметру. Да, видите, грибочки у нас уже эти копятся. Скоро мы с вами перейдем на грибы. Расфасовываем. Сюда, сюда. 10 штучек грибов. Отлично. Еще закуску можно делать. Тоже хорошо. Это я пока буду хранить. Можно сейчас подготовить удобрения. Они нам тоже понадобятся завтра. Факел пока сюда уберу. Хотя хорошо бы факел поставить возле пещеры. Ладно, это потом. Давайте мы переложим из летнего сундука, вернее из весеннего сундука, все, что нам нужно в летний. Вот это я забираю, это я все буду сажать. Это, да? Ну, это пока здесь пускай лежит. Так, кстати, можно забрать морожку. Все, лук доели. И давайте наделаем удобрений. Удобрений нам много понадобится. Так, а что я буду сажать на скоророст? Не дыню, потому что дыни у меня будет больше, чем 20. На скоророст я, наверное, буду сажать голубику. А может быть, карамбулу. Ну, посмотрим. Так, вот так. И есть у нас, да, есть еще чуть-чуть времени. Наверное, я сейчас еще поделаю грядки. Сейчас съем морожку. И немножечко поподготавливаю грядки, чтобы к завтрашнему дню уже были хоть частично готовы грядки. Все равно, конечно, темновато, потому что нет в середине факела. Ну да ладно. Видите, еще очень много сил на это уходит. То есть завтра нам банально тоже сил не будет хватать, если ничего не будет готово. Вот видите, я сегодня целый день потратила. Представляете, если бы я только завтра начала этим заниматься. То есть я бы тогда завтра просто ничего не успела посадить. Мы сегодня с фермы даже не выходили. Ой, конечно, этот огородище придется поливать вручную еще достаточно долго. Пока мы спустимся до золота. Ой-ой-ой. Все силы будут на это уходить. А морожка-то к концу подходит. Вот сейчас это выкопаю последнее. И больше не буду, потому что не уверена, что у меня хватит семян на то, чтобы все вот это вот засадить, все эти поля. Вот сейчас последнюю. Последнюю порцию докопаю, налью
воды и все, наверное, ложусь спать. Угу. Сюда. Это оставляем на завтра. Это все тоже нам понадобится. Так, вот. Да? Как-то. Правильно? Правильно я все раскидала? Ну, вроде бы как да. Ух, ну и день. День такой напряженненький. И как всегда, когда очень торопишься, готовы бочки. Нет, это надо бочки, катки. Надо взять и сейчас их зарядить. Так, одно я заряжу морожкой для бандла, а на остальные я, наверное, вот эту вот клубнику вот так вот возьму и туда отнесу. И картошку, наверное, всю. Вот так. Ой, уже поздно, завтра опять встанем с неполной энергией. Ну, как все успеть, как все успеть. Так. Так. И... Так. И заряжаем все. Нет, не все, а... Вот так и вот так. И овощи оставляем здесь, чтобы все это лежало под рукой. Это очень удобно. А, у нас же еще снаружи стоит. То есть всего у нас 4 бочки. Ну, это хорошо, хорошо. Неважно, овощи или фрукты закладываешь в катки. Одновременно все готово. Соленье или джем. Джем клубника. Продадим. Продадим. Завтра будет нужно очень много денег. Все, теперь точно спать. Такой день напряженный. Спасибо, что посмотрели, друзья. Уставшая Палет говорит вам спокойной ночи. И увидимся мы уже летом. Всем пока!